Капиться не надо в составе сильнейших усиления. Они испугались, что новая пара, которая против них будет играть, разорвет их в колочки. Поэтому пригласили Максима. Максим, помаши нам рукой. Максим и Мария. А слева, ну, конечно, Игорь берет себе подмогу Рому Большого. Ну что, посмотрим. До трех побед. Не знаю, кто вас должен удивить. На деньги мы не играем, мы играем только на призы. А приз — зрительские симпатии. 0-0. 0-0. Бабах! Первый заход неудачный. 1-0. Но надо быть внимательным. Что-то мне уже сорвалось. Так, и смотрите, через сетку перелетает. Какое вращение так. Цифры какие? Счет. 2-2. 2-2. 3-2. Ветер можно подождать. Как хорошо, красиво, как летит от Максима мяч. Сейчас он привыкнет к улице и будет грозой. Три, четыре? Да? Да. 5-3. Мария не привыкла еще к порывам ветра. 6-3. Была вероятность высокая. 4-6. 4-7. Как красиво. Мария просто... Семь-пять. Семь-шесть. Игорь задумался, долго думал. 7-7. 8-7. Выходит вперед. 8-9. Отличный Макс. Первый стремительный, мощнейший, красивейший смеш. Так, и цифры. Счет. Нет, какой? 9-7. 9-7, все, спасибо. Ох, какая подача, 10-7. Да, первый сет с помощью двух суперподач Макса забирают ребята Максим и Мария. 1-0-0-0. Ах, обидно, как было. 0-1. 1-1. Роман, серьезнее относимся. 2-1. 1-2. 2-2. 3-2. Как-то расслабленное. Прямо вот последние несколько
розыгрыши и Роман, и Игорь. Хорошо, 3-3. Отличный удар, Мария. Отличный, супер, мега, мощный, неточный, но сильный. 3-3. Ух! Немножко расслаблено, немножко, что-то не подсобранное, ребят. 3-4. Так, 5-3. Пять-четыре. Спартак чемпион, Оксана? Да. А ЧПНТ нет. 5-4. Стоп играть. Ох, нет, по. 4-6. 4-6. Так, козла запускает Игорь. 4-7. Так, не болтаем. 8-4. Хорошо, все равно Мария лучше всех делает смешики, такие мощные. 8-5. Рома не спеша был уверен. 5-9. 6-9. Ах. Так, 10-6, надо прибавлять скорости Роману. Красиво, ну вот, наконец-то все ясно и однозначно. 2-0 по сетам. Не знаю, вот пришли ребята, вот мы наслаждаемся их игрой. Левой рукой играть, как играют? Ну а какая разница, левая и правая, я вообще с двух рук не умею. Такого топа. Бу-бу. 1-0. С Романом, с Весной. Так, не 1-0, это сетка была. Сетка опять была, сетка была, 1-0. С Романом надо играть, да? Конечно. Ох, красота! Теперь эффективно. Не просто красиво, а еще эффективно. Не только эффектно, но и результативно. А почему 0-2, 2-0? Я всем парам подавала. А счет тогда, скажите, я... 3-0. А? 3-0. 3-0. Вот все, Дерри согласен. 3-0. 0-4. Один, четыре. 5-1. Второй сет. 6-1. Один, семь. Ох, уже Макс зашел. Видит, вверх идет от Игоря. Уже готов. Вот так Игорь отомстил. Это 8-2, по-моему. Да, это 8-3, по-моему. 8-3, правильно? Да, правильно. Спасибо. Так, мы не такие, мы даже мячик не можем добросить. Три, девять.
И крабик знакомый, по-моему, да? Роман, знакомый? Да, да, да. Ну что, 3-0, жмем лапки. Все красиво, эффектно, Мария, замечательно. И Макс Чернов, супер открытие для нашей площадки. Красавец. Парились?